приезду приехал и стал сразу метать. Вот. Едем. Площадь большая. Травы не очень много. Так, средненько. Маловато. Так что, что получится у нас? Смотрите. Сейчас приедем. Зацепим и начнем работать. Ну что, приехали, одеваемся. Дед грабли одевает, цепляет шланги. Сейчас начнем работать. Попросил приехать сам Александр Николаевич. Вот сегодня будет помогать нам в сенокосе. Вот так. Сейчас оденемся и в работу пойдем. Дима там уже сталкивает. Уже, смотрю, почти на стоп есть. Площадь большая. Травенка. Ну ладно, что ли будет, что будет. Так. Так. Ребят, отключаюсь. Приехал дед. Работает на граблях. Подскребает. Так, сейчас буду стоки шить. Так, ребята, завел стажок, сейчас посажу вершильщика и все завершится, закидаем, будет все нормально. Так, сейчас вылезем. Ну где? Кто на стог полезет? Как в школе, я. Давай, Александр Николаевич. Вот куда поехал? Там дороги нет. Ну пусть едет. Ездят. Мнут траву. Ой. Так. Убытки-то какие, ходящие. Сейчас это. Залезешь, в середину закидываем и все, потому что сток получился большеватый. Понял, я могу его не оттаптывать, Серег, вперед маленький. Пахнет так, хорошо. Вот, 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 вот. А может это, может еще подпихнем? Нет, Саша, его тащить, его хрен утащишь. Не говори, да еще увал, гора. Ну что, вставай. Лена. А ты камеру оставил там? Да. Надо деду отдать, чтобы он снимал ей. Надо работать, а не сниматься. Ну пусть он снимает. А? Ой, боюсь, боюсь. Я как от новенького. Ну сейчас, ну что, с первого стока тебе камеру пишет? Нести? Да. Ту сломал, но эту вот купил. Потом на лагере. Потом ту на лагере. Ну это и обзор такой. Вот. А, как у полицейских, дозор, широкий угол. Ну. Так, ну все, начинаем метать. Начинаем метать. Опа. Так, включаем первую передачу и садим человека. Он должен его растоптать. Закидываем в середину и будет стоп. А
на этом готов. Сейчас он его оттаптывает, растаптывает, а мы тем временем, большоватый я его сделал, большоватый. Сейчас закидываю середину и все. Так, вот эти шпаки. Да. Вот так вот. Ну что, продолжаем. Садим вершитчика.
Перчаток большой, так не Бакура сутрана, да? А если нет, то вот. А я точно стала так не думать, пока делаю руки. Ну, так? А то палец и ход. Круто. А ты чё сбоку-то меня? И вас, и... А? Сейчас всё вот так. Давай. Вчера метали эти ташки. Сегодня вот эти пошли. Пьёшь, как раз, прикинь. Пьёшь, как раз, прикинь.
все, ребят, сметали 9 стажков сегодня. Что было скошено, все закончили. Спасибо, Александр Николаевич, что помог нам. Без тебя бы мы не справились. Да ты что? Да. Вот это вот помидоры не хотите? Помидоры? Овощи. Ой, Саня, ну что, бутылку не взяли обмывать? А надо. А как же? Без бутылки сено не сено. Ой, как будто ты прямо сейчас бы сел, да и напился до чертиков. Говорит, ну а почему нет? В хорошей компании. Такой пивун. В хорошей компании, да, за душевным разговором. Пивун такой, не будете меня? А попить? Выпить. Попить. Ай. Давай, Вова, чтоб добру не пропадать. Ой, хорошо, как ангелы по душе босыми ногами. Да. Лук не буду. Да выкинем. Домой. Фу, ну вот, ребята. Вот, ребята, мы и дома. Уже трактор поставил. Уже доехали до дома. Заехали в гараж. Все. Слава Богу. Приехали. Сенокосы. Время половина 8 вечера. Пока приехали. О, пока доехали. Ну, слава Богу, все нормально. Вот.